Издательство Эксмо. Марина и Сергей Дяченко. Ведьмин зов. Часть первая. Она вышла из зала посреди церемонии, сорвала бейдж и выбросила в урну. Через минуту одумалась, вернулась, выудила пластиковую карточку обратно. Без бейджи ее не пустят в гостиницу. В холле работали экраны, шла трансляция из зала, грохотали аплодисменты. По коридору сновали люди, как чайки за кормой колоссального теплохода. Журналисты писали на камеру подводки и комментарии, охранники шкафы громоздились у входов и выходов, спиральные провода велись из-под белоснежных воротников прямиком в волосатые уши. Путаясь в вечернем платье, оступаясь в туфлях для красной дорожки, Эгле вышла из кинотеатра и поймала такси. Прилично было бы остаться на пафосную вечеринку и поздравить победителя — не бежать из зала на глазах у коллег, не терять лицо, не швыряться бейджем. Хранить бесстрастность, улыбаться, пить шампанское. Ведь номинация сама по себе уже победа, правда? Тем более первая номинация молодого профессионала. Завтра Эгле пожалеют, что не сдержалась. Но сейчас ей хочется визжать, рыдать и драться. И еще, конечно, взорвать этот город — снести с земли вместе с предвзятым, бездарным жюри, не оценившим ее работу. «Куда мы едем?» — деликатно спросил таксист и спросил уже в третий раз. «У вас есть хорошие ночные клубы?» «Это Одница», — таксист обиделся. «Спросите еще, есть ли в лесу деревья?» «Поехали», — сказала Эгле. На всех экранах продолжалась трансляция. Зеваки толпились на тротуарах, задрав головы. Только что назвали победителя в номинации «Лучший анимационный фильм». Стоял теплый, мягкий, поролоновый вечер. Кабриолеты втянули складные крыши, как улитки втягивают рожки. Пассажиры в открытых салонах вертели головами, болтали, смеялись. Что с них взять? Туристы. «Пойду официанткой в кафе», — сказала себе Эгле. И прекрасно, отличная работа. Хватит портить глаза, сутками напролет рисуя проклятые концепты, возиться с выкройками и эскизами. Хватит добиваться совершенства. У меня исторический костюм, где каждая пуговица, каждая фактура выверена и оправдана. У меня тысячи дней проведенных в музеях. У меня системный подход, технология состаривания ткани. Вы знаете как изнашиваются больные платья, и каковы на ощупь нижние юбки, и что означает цвет обшлагов на парадной инквизиторской мантии. Мои костюмы — достовернее музейных экспонатов. Я создала чудо на этом проекте. А вы награждаете фэнтези, где вся одежда взята из наркотического бреда. Таксист был прав. Ночных клубов здесь было как деревьев в лесу. Не выбирая, не раздумывая, она вошла в первую попавшуюся дверь. Вечер только начинался. Зал был полупустой, но Эгле сразу поняла, что ей здесь нравится. Свежо, до времени негромко, приятный свет. На экранах продолжалась церемония. Эгле понимала, что трансляция вездесуща. От нее не спрятаться, проще сесть спиной к экрану. Она уселась за столик, заказала коньяка и прислушалась к себе. Обида никуда не делась, и сожалений о бегстве не было. Потеряла лицо. Ну и плевать! Мнение коллег помет калибри. Микроскопический вес. У пустующей эстрады в одиночестве сидел молодой мужчина с кружкой пива. Эглея почти поймала его заинтересованный, оценивающий взгляд, но мужчина успел отвести глаза. Так отворачиваются воспитанные, благополучные подростки. Настала очередь Эгле его разглядывать. Нет, не завсегдатой ресторанов и баров. Скорее, спортсмен, член яхт-клуба. Блестящие черные волосы, ярко-голубые глаза на загорелом лице. Турист? Откуда такой? Может быть, местный? Он посмотрел на нее и на этот раз не стал отворачиваться. Несколько секунд они разглядывали друг друга. Потом он встал, подхватив свою кружку, и пересел к ней за столик. «Я видел вас сегодня на церемонии. У вас номинация за лучший костюм, так?» «Вы обознались», — процедила она, стремительно теряя к нему интерес. Он почуял это и заговорил быстро, сбивчиво. «Я подошел. Это наглость, но я должен был вам сказать костюмы в железном герцоге — высокое искусство, повествование, экспрессия, подлинность, идеальное сочетание исторической точности, образа, цвета, линий. Да, в этом фильме вы переиграли оператора, актеров, постановщика. Всех! Он не кривил душой. Эгле слегка оттаяла. «У вас нет конкурентов!» Он волновался все сильнее. «Статуэтка по праву ваша!» Решение жюри несправедливо. Они дают призы проходным картинам, которые забудутся на другой день. А ваша работа ⁇ новая классика. По ней будут учиться будущие поколения, как стремиться к совершенству, как достигать, быть не просто художником, но перфекционистом. Зачем что-то делать, если не стремишься к совершенству? Эгле уже улыбалась. Его слова и коньяк... Действовали в сговоре. Теперь она чувствовала себя гораздо лучше. У меня были билеты на церемонию, заговорил он снова после легкой заминки. Я отдал их другу, чтобы тот пригласил свою девушку. Сижу вот, жду от него сообщения. Посмотрим, как у них сложится. Я либо вернусь к себе, либо проведу ночь в клубе, потому что ключи от квартиры я тоже отдал другу. «Это ужасно трогательно», — сказала Эгле. «Просто, чтобы вы не подумали, что я алкоголик, раз сижу здесь и пью один». «Да ведь и я не пьяница», — Эгле вздохнула. «Я беглянка, не врастеничка. Может быть, еще вернусь на вечеринку по случаю награждения. Еще не решила». «А не пригласить ли его в отель?» — мелькнула безумная мысль. Никогда прежде ей не приходило в голову Прыгать в постель после трех минут знакомства. Не забыть бы спросить его имя.